Итак, ребята, сегодня новый день. Всем привет, ребята, с вами ютубер 48К. И сегодня, ребята, я еду к своей сестре. Если вы не знали, то у меня есть сестра по имени Соня. Ей уже исполняется 14 лет. И сегодня я к ней еду на ДРЭ. Ставьте лайки и подписывайтесь, и мы начинаем. Вещички, ребята, я уже собрал. Сейчас мы поедем на вокзал. Закрываем дверь на ключ. Ну что ж, ребята, все. Берем машину и едем. Ну что ж, ребята, вот мой поезд уже проехал. Мне нужен, ребята, вагон под номером 3. Все, ребята, заходим. Ну все, ребята, я уже зашел. В поезд здесь несколько пассажиров рядом со мной. Нам где-то ехать 7 или 5 часов, точно не знаю. А сейчас, ребята, у нас 10:32. Так, стоп, почему тут такой странный запах? Почему тут пахнет жареным мясом? Пассажиры первого вагона, точнее третьего. У кого вообще есть мясо? А, это я тут. Я приготовил мясо в поездку. А, понятно. Я, ребята, решил пересесть. Не знаю, почему-то решил пересесть. Интересно, ребята, где мы сейчас едем? Надо в окно посмотреть. О, это же те самые зеленые холмики. Там сейчас будем проезжать по мостику. И там еще будет поворот. Возможно... Что произошло? Последнее, что я слышал, это звуки и крики и взрывы. И всегда, вот надеюсь, пассажирами все в порядке. Надеюсь, они же... Это что такое? А почему-то стена поезда? Это мне сон снится или что-то, глаза протереть? Нет, реально тут вагон стоит. А почему именно тут? Надо выйти, посмотреть, что произошло. Я не могу выйти, еще и сильно пахнет дымом. Все, ребята, у меня получилось вы... Это что такое? О, тихо, тихо. Что? Поезд разбился. Это ужасно. Офигеть. Вагоны разбиты. А где Шеслерис? А где самый первый? Это, наверное, он. Тут сильно пахнет дымом. Посмотрите, что с этими вагонами случилось. Они просто шлепнулись друг друга. Вот еще вагоны. А почему они все пусты? Где все люди? Куда они пропали? Тут еще и дымом пахнет. Фу. Они что, как говно размазались? А вот еще один вагон. Позавчера мы ходили на заброшенную железную дорогу, а теперь мы сами попали в катастрофу. А тут тоже пусто. А там! Посмотрите, что с этим вагоном случилось. Этот вагон просто разорвало на куски. А где его другая часть? Что, сгорела? А тут чуть трава выросла. А, кстати, сколько время? Я уже давно спрашиваю. Так, вот мой телефон. Стоп, 15:49. А когда катастрофы еще не было, было 12:49. Прошло ровно 3 часа после того, как поезд разбился. А что хочу сказать про этот вагон? Он просто перевернулся на бок. Нужно здесь как-то зайти. Не буду, там трава выросла. Вот еще один вагон. Тут тоже трава. Это самая быстро растущая трава в мире. Интересно, где мы вообще сейчас находимся? О, а это же у нас первый вагон. Ё-моё, я как будто по стене ползал, как Человек-паук.
А где все барбары? Они что, сгорели? Это вообще пол. А это стена. Давайте выйдем. Может, полицию вызвать? Окей. Но у меня только одна полоска интернета. Ужас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, это я, полицейский. Чем вам могу быть полезен? У нас тут произошло крушение поезда. Вы сможете нам помочь? Ого, серьезная ситуация. Скидывайте адрес. Конец связи. Так, скидываем адрес. Так, чик-чик-чик-чик. Блин, нету интернета. Черт возьми. Ну и что мне теперь делать? Если я не смогу отправить сообщение, то надеюсь, я тут не застряну навсегда. Какой-то вертолет прилетит, меня спасет. Так, надо пойти вообще поискать какую-нибудь еду. Так, идем. Так, стоп. А это что такое? Давайте подойдем поближе. Интересно. Воу! Самолет? А где его двигатель? Точнее, крыло. И хвост где? А пропеллер еще крутится. Стоп. Мне кажется, или тут разбился самолет? Тут тоже дымом сильно пахнет. О, и записка! Давайте мы ее прочитаем. Но перед тем, как читать, я хочу спросить, почему тут еда? Ладно, все, начну читать. Это мои последние слова. Когда мне нужно было выполнить миссию, доставить еду в кое-какой город, вдруг кое-что произошло. Когда я увидел, что поезд взорвался, я сразу же пошел вниз, и так я разбился. Так, стоп, а тут дальше ничего не написано. Просто буква «П». Странно. Мне кажется, он не успел написать свои последние слова. Ой, блин, слова и умер. И все-таки он не смог доставить эту еду в город. Ну я хотя бы немножко покушаю, потому что я очень сильно голоден. Ребята, я слышу, что кто-то едет сюда. Мне кажется, или это какая-то спасательная машина? О, меня спасут наконец-то! И уйду отсюда! Здравствуйте, полицейский! Да, здравствуйте! Ну как вы увидели мое сообщение? У меня же интернета не было! Мы через час 40 минут увидели ваше сообщение и приехали по этому адресу! Офигеть! Интернет все-таки заработал! Да, вам очень сильно повезло! Садитесь в машину, мы сейчас поедем! Хорошо! Ну что ж, ребята, вот такая история сегодня со мной случилась. Сейчас, ребята, я поеду обратно на вокзал, куплю себе билеты и поеду уже на другом поезде. И, ребята, если вы хотите увидеть, как я праздную день рождения моей сестры, напишите в комментариях. Я обязательно сниму про это ролик. Ну что ж, ребята, ставьте лайки и подписывайтесь. Всем пока и хорошего дня. Вот это сегодня мы покатались.